Пошел навстречу глава города Олег Грищенко, решил узнать о проблемах саратовцев из первых уст. Вечер четверга он посвятил общению с жителями заводского района. В основном по вашим обращениям через наших помощников. Среди самых популярных вопросов – проблемы точечной застройки. Правительство бывшего губернатора Павла Ипатова отдавало в аренду земельные участки в скверах и территории общего пользования. Попытки города остановить такое строительство были безрезультатны. Теперь ситуация изменилась. Город сам распоряжается землей, и власти не принимают решений без учета мнения жителей. После того, как землю передали в город, сегодня город распоряжается землей, ни одного такого случая нет, где бы такая была ситуация. Проблема, что город выделил землю между домами, там или еще какой-то, вы говорите, эти люди недовольны. Потому что перед тем, как подписать постановление или выделить землю по строительству чего там, чего бы ни было, сначала у нас администрация, депутатский корпус смотрит, можно ли там что-то построить, нельзя, какое мнение людей. Живем в комсомольском поселке, Лесная, дом 1. В общем-то, это самый большой двор и дом нашего района. Основная масса жалоб на проблемы ЖКХ и благоустройства. В комсомольском поселке жильцы одного из домов наступлению весны не рады. С таянием снега их подъезды и дворы напоминают улочки Венеции. Глава города дал задание отремонтировать территорию. Ситуацию будет контролировать городской депутат. Еще одна проблема заводского – отсутствие пляжа. У нас проблема, знаете что, вот мы в заводском районе пока еще не знаем, где-то здесь сделать вот пляжную зону. Пляжа нет у вас, вам приходится ездить далековато. Дмитрий Александрович, давайте с Андреем, вот давайте посмотрите, на самом деле, давайте серьезно подойдем. То, что пляжную зону нужно обязательно делать для молодежи, для горожан. Бродячие собаки, благоустройство дворов и большие счета за коммуналку. Ни один вопрос заводчан не остался без ответа. Такие встречи, пообещал Олег Грищенко, в ближайшее время пройдут и в других районах. Конечно, проблем много, и они есть, и они будут. Но то, что они решаются, мы это видим. И хотим пожелать вам здоровья и дальнейших вам успехов. Роман Базан, Александр Королев, новости, Телеобъектив.